Добрый день, уважаемые коллеги. Мы пригласили вас сегодня для того, чтобы сообщить, что история с реструктуризацией долга, который у нас был в швейцарских франках, завершена. Вы знаете, что была проведена внеочередная сессия городского совета. На этой сессии был принят ряд решений. Ну, прямо в зале сессии я подписал уже договор, но нужно было провести еще целый ряд действий, и мы это сделали. На сегодняшний день наш договор зарегистрирован Национальным банком, и сегодня у нас из прежних 30 миллионов франков, которые город должен, 15 миллионов осталось во франках, но я хочу подчеркнуть, что при этом процентная ставка снижена на один пункт. Это очень существенно. Я считаю, это наше достижение и наша победа. А вторая часть переведена в гривну. И это тоже, я считаю, очень правильным, потому что есть хорошая пословица: не держи все яйца в одной корзине. И при этом мы очень удачно перевели франки в гривну по курсу 8.28. Сегодня курс 8.33. Если бы, допустим, эту операцию мы сделали сегодня, мы бы заплатили на 750 тысяч гривен больше. Хочу сказать, что это, безусловно, успех моей администрации, и оценки этого долго ждать не пришлось. Буквально сразу, как были приняты эти решения, независимое рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг нашего города, еще повысило, и сейчас он был в развитии, а сейчас он позитивный. BBB позитивный. Поэтому это та новость, которую приятно сообщать. Я считаю, это высокая оценка финансовой политики, которую проводит наша администрация. У меня сейчас одна важная встреча, больше с вами находиться я не смогу, но остается мой заместитель Светлана Николаевна Бедрега, которая досконально знает все эти вопросы. Она вам проведет небольшую презентацию и, безусловно, даст исчерпывающие ответы на любые ваши вопросы по этой теме. Рад был вас всех видеть. Всего доброго. Спасибо. Светлана Николаевна, включите микрофон. Пожалуйста, перемещайтесь сюда.